Привет, привет, приветствую вас на моем канале. Традиционная рубрика «Обзор моего заказа по каталогу Faberlic». Это обзор по пятому каталогу. Вот так выглядит. Новинка, обложка – это, конечно же, новая стойкая крем-краска для волос. Улучшенная формула с ухаживающим биотином, маслами. И с технологией запечатывания цвета. То есть до 10 недель цвет сохраняется, не смываясь. Стойкая красочка на 100% прокрашивает седину. Это действительно так. Как видите, я в новом облике перед вами. На мои белые волосы вот так лег оттенок 801, светлый блондин натуральный. А здесь будет видео сейчас вставлено. А можете перейти и посмотреть. Я как раз подробно рассказываю о этой красочке. Как она соответствует ли оттенку, заявленному оттенку в каталоге. С палитрой оттенков, можно ли выбирать по ним, то есть все ли соответствует, и чтобы не ошибиться в цвете, и какой результат вы получите на своих волосах. Прекрасная, прекрасная краска. Скажу, приоткрою секрет, в ней нет едкого аммиачного запаха. Здесь дополнительно есть цветочный аромат. Это чтобы не раздражало нос, чтобы не раздражало глаза. Вот прекрасно, прекрасно улучшили краску. Можно смело покупать, брать и красить в домашних условиях, либо в парикмахерскую нести свою красочку, чтобы не дышать вот этими профессиональными едкими запахами от краски. Замечательная краска, действительно она того стоит. Ну, а цена на нее еще приятнее. Друзья мои, 199 рублей. Это для покупателей. Если вы зарегистрированы, то минус 20, как минимум 20%, а те, кто делает 50 баллов, это минус 26%. То бишь даром. В магазине вы за такую цену шикарную краску не купите. Чтобы и в нос не било, и бережно ухаживала за волосами. Прекрасная, прекрасная краска, долго останавливаться на ней не буду. Итак, смотрим дальше, что еще. Витаминки, конечно же, витаминки. Для зрения здесь экстракт черники. Беру уже вот такие. До этого покупала 3 или как минимум 4 упаковки, это точно, молекулярных БАДов наших, молекула Форса для зрения. А теперь вот решила попробовать из серии Фитополис Blueberry. Плюс это вот как раз для зрения. Мы очень много проводим времени за компьютерами, за планшетами, за различными гаджетами, и это очень сильно влияет на зрение. Что хочу сказать, я уже здесь приоткрыла, потому что я получила заказ и давно уже начала их пить. Вот такие вот. Сейчас покажу. Вот они. Таблеточки, две таблеточки вот таких, раз в сутки. Сколько их здесь? 60. Ну, стандартно. 60 стандарта как раз на месяц. По 2 таблетки как раз на месяц. Из новинок каталога, помимо краски, в серии «Эксперт» у нас вышел шампунь. Сейчас покажу шампунь для активного роста волос. И как раз-таки я купила это шампунь. Объем, сейчас скажу, 400 мл. И к нему бальзамчик, ухаживающий бальзамчик. Это у нас 120 мл. Для активации роста волос. Активный рост волос. Что здесь? Здесь также биотин, витамин В7, который необходим для красоты и здоровья волос. Пробуждает волосяные фолликулы, стимулирует рост волос. Ну и цена вообще шикарная. У шампуня за 400 мл 299 рублей, а у бальзамчика за 170 мл 199 рублей. Это цена каталога. Это новинки. Вот я как раз таки и взяла эти новиночки для семьи. Здесь у меня мужская футболочка упакована. Футболка с коротким рукавом. Ну, на себе показывать я ее... Так, давайте покажу. Разверну, покажу, посмотрим. Это хлопковая футболочка с коротким рукавом. Круглый вырез. Здесь 92% хлопка и 8% спандекса. Вот так вот я на себе покажу. Длинная, 70 сантиметров стандартная она. И коротенький рукав. Спандекс для удобного ношения, то есть прилегания к телу. И здесь, соответственно, все написано. Цвет хаки, на лето прекрасная упаковка. Все, как говорится, все очень хорошо. Вот такой зип-пакет идет. Ну, стандартно для семьи я беру любимые, конечно же, это щетки силиконовые. Вот я еще нигде лучше не встречала, кроме электрической. Мне сейчас очень электрическая нравится зубная щетка. Как она чистит зубы и вообще, конечно, не сравнить с обычной щеткой. Два замечательных продукта, которых я взяла. Серия... Из серии Биоси спрей для лица, который содержит экстракт водорослей, ламинарии. А в каталогах нету, на странице каталога нет. Это все в закрытом вашем разделе, в личном кабинете. Вы встретите продукты, некоторые продукты компании Биоси. В этот раз я взяла этот спрей. И, конечно же, нашу легенду из серии Oxyology. Это восстанавливающий активный спрей для лица. Вот просто я им обливаюсь.
в течение дня, если я вдруг чувствую, что лицо подтянуло, подтягивает, или вообще у вас есть сухость лица и не хватает увлажнения, вот эти два продукта, ну, эти только для зарегистрированных покупателей идут, этот продукт, а вот этот продукт, который легендарный наш, пятое поколение кислородной косметики Axiology, вот этот спрей, он просто нужен действительно как воздух, потому что для кожи это вот дыхание, дополнительное увлажнение. Именно кислородные молекулы проникают глубже в слои кожи и дальше как раз-таки продвигают любой продукт с помощью вот своих молекул. И, конечно же, это средство у меня и на столе возле компьютера, и у меня в ванной комнате, то есть постоянно. И он очень удобный. Вы знаете, у него 100 мл, его можно в любую сумочку положить. И просто вот я реально говорю, честно, просто обливаться и все. Поверх макияжа, наносите вы макияж, не наносите. Вот постоянно пользуйтесь, у вас будет прекрасная увлажненная кожа. И вы забудете, что такое шелушение, что такое стягивание кожи, если вот будете пользоваться этими продуктами. Так, следующее, что у меня здесь, мешочки у меня здесь, но все есть, крем для рук, формула омоложения с серии Grand Prix, шикарные кремушки, обязательно нужно, я заказала, а это у меня продукт, активная сыворотка, кондиционер для роста бровей и ресниц, вот так вот она выглядит, серия эксперт не нуждается, вот такая она прозрачная. Не нуждается в особой рекламе, потому что она зарекомендовала себя уже годами, больше 25 лет. Серия «Эксперт» – это лидер во всей косметике компании «Faberlic». Серия, которая заявлена как альтернатива салонному уходу, она действительно работает, я не побоюсь сказать, на 200%. Это точно. Ну, 100%, реально 100% работающая программа, какой бы вы продукт ни взяли. В данном случае сыворотка-кондиционер для роста бровей. Артикул сейчас скажу. 11.68. Так, это у меня пробнички мужских ароматов. И лак. Быстросохнущий лак. Взяла в другом оттенке. Ну, я тут, конечно, сейчас не увижу, какой он тут. Быстросохнущий лак. Это артикул 71.070. Можно, конечно, посмотреть, что это за цвет. И я думаю, что мы сейчас с вами найдем и посмотрим. Так, 71.70. А, так это томный ирис. Вот так вот выглядит лак. Шикарный лак. Действительно быстро сохнет. Не скалывается. Итак, томный ирис. Это вот второй сверху. Вот он. Вот он, томный ирис. Вот так вот он выглядит. Лак. Быстро сохнущий лак. Мне он так понравился. Слушайте, вообще шикарно. Сохнет, не откалывается, долго держится. О, вот такая вот штука красивая. Надо будет накрасить. У меня как раз подготовленная. Руки, чтобы накрасить как раз нашим лаком. А эта штучка из серии It's Collagen. Кушон. Выписала себе кушон со скидкой 70%. Буду пробовать, расскажу вам свои ощущения. Дополнительный коллаген, не просто так он назван, It's Collagen серия, потому что здесь уходовый коллаген. Ну, коллаген – это молодость кожи, да, белок молодости кожи и дополнительное увлажнение, стимуляция своего коллагена в коже заставляет вот эти молекулы коллагена заставляют работать свои молекулы, вот такое масло масляное, свои молекулы коллагена, которые у нас находятся в нашей коже. Следующее, что у меня здесь есть, это пакетики идут. Чай, любимый чай, всегда его покупаю, чай травяной очищение. В этот раз два пакетика, великолепно очищает кишечник, и вот я без него вообще никуда, мне он настолько нравится. Ну что, давайте посмотрим, что у меня здесь из вкусняшек. У меня здесь железо, хилат. Железо, дефицит, это практически у всех есть, поэтому я взяла для профилактики 15-803, железо, хилат. Здесь вот как раз-таки я вам говорила про молекулярные БАДы, которые у нас есть. И я брала как раз-таки витаминки для глаз из серии вот этих молекулярных БАДов, которые действуют на молекулярном уровне. Здесь, конечно, научные разработки, очень всегда сильный состав и действует именно на молекулярном уровне. А здесь он, конечно, мягче состав, но вот я хочу пропить и посмотреть, что для поддержки после молекулярных БАДов, думаю, нормально. А это у меня эндокринная система, да, биологически активная добавка для поддержки эндокринной системы для женского организма. Есть такой же для мужского. 60 капсул, вот буду пробивать. И что еще? Витамин С и цинк.
Но это тоже нам необходимо, женщинам обязательно витамин С и цинк, особенно сейчас, когда вот начинается межсезонье, весна, витамина С, чтобы не заболеть, не подхватить никакой вирус, это нужно. Следующее, что я взяла, о, это вообще моя любимка, вот вообще must have на все времена и на все случаи жизни, это серия Expert Step A АХ-кислоты, пилинг с АХ-кислотами. Это вообще палочка-выручалочка. Вот у меня еще один не закончился. Я уже беру себе второй, чтобы он у меня постоянно был в запасе. Вот так выглядит. И там как раз-таки гликолевый этот пилинг и есть. Здесь у нас что? Здесь инструкция. Шикарнейший пилинг с АХ-кислотами, который мгновенно омолаживает кожу, убирает лишние частички, отмершие на клеточке, и кожа сияет здоровьем, молодостью и, как говорится, красотой. Подходит абсолютно для любого возраста, лечит акне при правильном применении. Для возрастной кожи возвращает ее в тонус, омолаживает. Но про этот пилинг можно просто оду петь бесконечно, его нужно попробовать. Так что, если есть желающие, пишите, я вам тест-набор вышлю. Договоримся, как? И мы с вами пройдем программу. Здесь три программы, которые есть с этим пилингом, начиная от возраста 18 лет и заканчивая плюс-плюс-плюс до бесконечности. Следующий продукт, который у меня есть, это матирующий дневной крем из серии Oxyology. Вот буду пробовать дневной крем для лица, матирования и увлажнения. А что самое важное, вот это вот не просто так названо, это очень важно. Когда у вас жирная, комбинированная кожа, и вам нужно матирование, обычно матирование сушит. И приходится брать дополнительный продукт для увлажнения кожи. Здесь же все два в одном, и это здорово. То есть подсушивает то, что нужно, матирует, и дополнительно увлажняет. Кожа не пересушенная, значит, она здоровая. Значит, она напитывается увлажняющими компонентами и выглядит здоровой. То, что нужно убрать, она заматирует, а дополнительно еще и увлажнит. Вот это огромный-огромный плюс этого продукта. То есть два в одном не нужно покупать. Обычно я говорю, что для жирной комбинированной кожи идут такие вот серьезные матирующие компоненты, которые сушат кожу, и нужно дополнение к ней увлажнять. И это, понимаете, бесконечный такой процесс получается для, вот для тех, у кого такая кожа. То есть не хватает увлажнения, появляются морщины, появляется еще больше как бы раздражение, кожу нужно увлажнять. И здесь вот все два в одном, и дополнительно буду пробовать, буду тестировать. Вот такой вот флакончик, очень удобный. Не нужно лезть внутрь, чтобы не попали никакие бактерии, а выдавил из трубы. Это все здорово продумано. Что еще? Зубная паста из серии Expert Pharma. Комплексная зубная паста с прополисом. Взяла себе, вот так она выглядит. И 75 миллилитров, приличный объем, 75 миллилитров. Масочки, очень люблю тканевые масочки. На этот раз выписала золото масочку. Масочка из серии B-Royal с золотыми частичками. Золотая масочка, она сама золотая там. И алоэ, это дополнительное увлажнение. Противовоспалительный эффект алоэ, как бы мы все знаем его прекрасные природные свойства. И я взяла вот восстанавливающую маску для лица с алоэ. Тканевые масочки я обожаю, кто на меня давно подписан, это все прекрасно знает. Из серии Oxyology крему, увлажняющему и матирующему крему, я взяла гель для кожи вокруг глаз. 15 мл стандартный объем, вот так выглядит. И артикул у него сейчас скажу. Так, сейчас скажу, 0252. Серия Oxyology подходит от возраста 18 и старше. Если у вас нет никаких дополнительных проблем на коже вокруг глаз, можете смело с 18 лет уже начать пользоваться. Моя любимка, заканчивается любимка, это увлажняющая сыворотка-праймер для макияжа. Содержит гиалуроновую кислоту для дополнительного увлажнения кожи и прекрасно держит тон. Вот я без нее вообще никуда, это моя любимка, и вот сейчас у меня одна заканчивается, и мне нужно, чтобы не ждать, когда совсем все закончится. Я, конечно, заменяю, если у меня заканчивается, я любую другую сыворотку добавляю в тональный крем и наношу на лицо. Ну, чтобы вот всегда она была, у меня она есть, я ее покупаю, и она у меня всегда есть в запасе. Но также я могу и комбинировать. И последние продукты у меня, а нет, не последние, слушайте, сейчас еще достану. Чтобы последние не были. Вот так приходит в упаковочке. Это сейчас вот буду шуршать и вас раздражать. Правда, когда не буду, наверное, это раскрывать. Настолько она здесь вот упакована, что просто вот не разорвать. Ну, потерпите, простите меня, пожалуйста. Я как-то думала, что все сняла, а тут получается, что молочко осталось
запаковано в эту ужасную пленку, которую не так-то просто и сорвать. Почему так упаковано? Чтобы, когда на почте получаешь, чтобы целостная упаковка была, ничего не разбилось и не разлилось. Вот такой маленький 100 миллилитров – это мицеллярная вода. Ну, мицеллярная вода, видите, я молочко назвала, оказывается, я мицеллярную воду выписала. Думала про молочко, выписала мицеллярную воду, но тоже подойдет для снятия макияжа с глаз. Буду пробовать эту. У меня биологи сейчас, и хочу вот вербену. Вот по отзывам вербена очень мягкая мицеллярная вода, что не щипит даже глаза. Вот если биологи, оно если попадает в глаз, то вот так раздражает, сильно щипит, и мне это не нравится. Поэтому я взяла вот серию вербена, вроде как она нежная. И вот я попробую, вам расскажу, что стоит, что, вот скажем так, под вопросом не стоит. Поэтому я ее и взяла. То есть я подумала про молочко, но взяла именно эту. И что же еще у нас есть? А это сыворотки. Сыворотки-то я люблю, и вы это прекрасно знаете, кто постоянно меня смотрит. То есть я вообще фанат сывороток и тканевых масок различных. Две сыворотки, две витаминные сыворотки, которые необходимы, просто жизненно необходимы иметь в нашей косметичке сейчас. Почему? Объясню. Потому что это витаминные сыворотки. Это не просто там какие-то сыворотки против там морщин или омолаживающие. Это чисто витаминные сыворотки. И чем они мне нравятся? BioGlow. Это с витамином С. Пахнет цитрусом. Нежный-нежный такой цитрусовый аромат. Пипеточка. Вот так вот мы ее выдавили. И наносим на лицо. Нежный-нежный, вот нежный цитрусовый аромат, быстро впитывается, никакой пленочки нет. Вот 15 мл. Используем утром, если у вас две вот такие. Если вы выписываете BioGlow с витамином С, то BioGlow используем утром. А куркума, сыворотка, мы используем вечером, потому что здесь идет с отбеливающим эффектом. 30 мл, это уже побольше сыворотка. И она точно так же мгновенно впитывается. Имеет массу, богатый состав, витаминная сыворотка, концентрат для лица. Почему надо? Потому что у нас не только внутри авитаминоз после зимы, после трудной зимы, но и кожа нашего лица тоже требует витаминов к себе. Мы заканчиваем уже плотные текстуры и переходим на облегченные. Подпитайте обязательно кожу витаминами, добавьте витаминный уход в свой ежедневный уход для кожи лица. Вот две сыворотки, палочки-выручалочки, которые необходимо именно сейчас весной добавить в свой ежедневный уход. Что я, собственно говоря, сделала, и как только получила заказ, я начала уже ими пользоваться. Ну, дня три я точно уже пользуюсь, пока я снимаю сейчас это видео. И все, друзья мои, последний продукт, который я взяла себе, хваленый продукт, и я действительно на него долго-долго смотрела. Как-то все откладывала, покупать, не покупать, а потом думаю, надо же мне купить, как-то я и не знаю, что это такое. А это карбокситерапия. Смотрите. Шаг 1 и шаг 2 идут вот так, в одной упаковочке. Дополнительно к ним необходимо купить шаг 3, это маска. То есть сначала вы делаете первый шаг, потом второй шаг, и третьим шагом закрепляете результат. Покупать нужно 3, не только вот так, а именно 3 для максимального эффекта, чтобы это все прочувствовать. Буду тестировать, буду на себе показывать, буду рассказывать о своих ощущениях и о своем результате. Ждем, когда я вот это все сделаю. Карбокситерапия – это дорогое удовольствие в салонах. Можете погуглить, сколько стоит одна процедура в салоне. Это дыхание кожи, это дополнительное очищение пор, это дыхание, это омоложение. Это вот, как знаете, наряду с пилингом, с гликолевым, только действие другое – кислородом. Если здесь фруктовые кислоты работают у нас на коже, на нашей коже, то здесь работает кислород. Кислород с охлаждающим, вот кто бывал, я вот в салонах знаю, как он работает, он такой вот охлаждающий эффект на лицо, когда наносишь сразу. И это альтернатива как раз салонного, когда вы можете просто по сказочной цене взять и делать, не полениться у себя дома, именно процедуры карбокситерапии. Если боитесь сразу полноразмерный продукт купить, на страницах каталога всегда есть travel формат, именно этого продукта, больше никакого нет. Именно этого продукта есть travel формат, когда прямо вот на страницах, сейчас я попробую найти, там прям вот сразу указан полноразмерный продукт, и рядом с ним идет как раз-таки маленький вот этот продукт для того, чтобы можно было купить и попробовать себе дома. Понравится, покупаем полноразмерный продукт. Но нет, значит нет, ну, не может он не понравиться, потому что эффект действительно он дает вау-эффект, который ни с чем не сравнить, это только вот если идти в салон красоты и проводить там по очень дорогой цене. Все, весь мой заказ по каталогу 5, он у нас еще идет, так что если я
а что-то вас сподвигло и вам понравилось, вы можете, конечно же, заказать уже в этом каталоге. Тут у нас еще впереди целая неделя, а еще и распродажи всякие компании устраивают, закрытые. Поэтому воспользуйтесь этим. А для тех, кто хочет присоединиться и как раз-таки еще целой неделей получить шикарный набор, ребята, мы покупаем это, а здесь вам дарят в подарок за 1 рубль, это коллаген О2. Коллаген белок молодости. Он подходит, эта серия подходит для всех типов кожи, для любого возраста. Идет в подарок. Здесь дневной, ночной крем и гель для кожи вокруг глаз. Крем для кожи вокруг глаз. То есть все, что нужно, чтобы сразу понять, как работает на молекулярном уровне. Здесь три вида молекул в этой серии, которая настолько улучшенная серия, проникает глубоко в кожу этот коллаген. Он настолько вот... маленькая молекула именно на глубокие слои кожи. Шикарнейшая серия. Я вот искренне вам рекомендую, потому что вот в магазине вы нигде такой аналог не купите. И в люксах тем более, поверьте мне. Для новых покупателей до 7 апреля я оставляю всегда ссылку под своим видео. Хотите в первую линию, регистрируйтесь, покупайте со скидками 20%. Хотите в активную веточку, есть вторая, написано, что регистрация в ветку. Регистрируйтесь в ветку. Всегда рада. Хоть в личную, в персональную, хоть в личную линию, хоть в глубину, я всегда работаю со своими консультантами на одинаковом уровне. Люблю своих консультантов, поэтому вот я искренне желаю вам получить это в подарок. Следующий каталог у нас будет 6-й. Ах, уже летний каталог, шикарный, посмотрите, какой яркий. Витаминов нам не хватает, и это действительно так. Дополняем витамины, посмотрите, какой красочный следующий каталог будет. Там такие новинки, а я их получила, и я вам покажу их. Мы посмотрим их в реальности. Я их получила уже. Та-дам. Витаминный заряд. Это будет у нас в следующем каталоге. Но в этом каталоге вы можете уже себе купить витаминный заряд для своей кожи, чтобы она у вас так же, как и изнутри, получала витамины. Все. Каталог номер 5. Мой заказ я вам показала. Ставьте лайки. Кому не нравятся, дизлайки. Все пойдет для алгоритмов. Видео все подходит. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь моим видео в своих группах, в чатах по обзору. Все, до новых встреч, пока-пока, будьте красивыми.